Бронзовый памятник Игорю Талькову установлен на гранитном постаменте у городского дворца культуры в Щекино. Инициатива создания скульптуры известному эстрадному исполнителю принадлежит его землякам, жителям Щекинского района. В церемонии открытия приняли участие родные и близкие Талькова, коллеги по сцене. Тема продолжит София Кириллова. Этого события поклонники Игоря Талькова, его родные и друзья ждали более 25 лет. Сам поэт и певец с большой любовью относился к родному городу. Желание как-то отметить свою малую родину было неофициальным завещанием Талькова. На открытии памятника в парке Щекино собрались все неравнодушные к творчеству знаменитого артиста. Мы, конечно же, привлекли огромное внимание всей России, да и какой России, всего мира. То, что есть такой замечательный человек, как уже сказали, патриот, музыкант, да просто друг. Идея создания памятника Игорю Талькову родилась еще в середине 90-х, после смерти артиста. Но все попытки не увенчивались успехом, пока в прошлом году за работу не взялся скульптор Виталий Казанский. Он сумел создать образ, глядя на который родные и друзья певца в один голос говорят: «Вот это Игорь». Он оставляет гитару, оставляет свой стул возле гитары. Вот когда он уходит, ну, были такие моменты в реальной жизни, когда он оставил гитару и уходил. И тут он уходит, как будто завет: живите честно, ничего не бойтесь. И вот есть стремительность такая, он человек был стремительный, быстрый Игорь, и в этом вот в этой вот скульптуре это отражено. Слава Богу. На открытии памятника гости читали стихи и хором пели любимые песни. А коллеги-музыканты устроили концерт посвящения Игорю, выбрав для этого самые искренние композиции о родине, о друзьях и, конечно, о любви. София Кириллова, Андрей Ремезов, Тульская служба новостей.